Владик, я тебя снимаю очень долго со спины. Да? Конечно. Давай, спи. Так, ну ты рассказал, что мы в городе Вивей. А, рассказывай. Вот, мы в городе Вивей, который находится недалеко от Монтрё. Вроде как недалеко, но ехали мы не очень близко. Да. Да. С горы Магнитной. Да, да. Видели водопады. Вот наконец доехали. Сейчас прогуляемся по набережной. Вот, набережная, кстати, здесь даже мне больше нравится, чем Монтрё. Почему? Кстати, ну, знаю, здесь народу поменьше и как-то более поспокойно. Вилка поставлена в честь того времени, когда можно было здесь поймать китов на эту вилку, гигантских рыб. То есть... Чарли Чаплин сзади. Здравствуй, Чарли. Неужто ли не узнала ты Андрюху, своего сынка?